пані та панове. І сьогодні у мене в гостях пан Артем Давидов. Будемо називати тебе сьогодні режисером? Давай, попробуємо. Попробуем. Потому что на самом деле сложно определить, кто ты. Где ты учился? В университете радиофизический факультет. Радиофизик? Да. Учился. То есть ты технарь? Так я и физико-математическую школу закончил. Я больше гораздо технарь, чем гуманитарий. То есть по специальности ты не работал никогда? Нет, никогда. Нет, конечно. Ну, а как, ну, я в 96-м году закончил, а какому-то радиофизике могло быть в эти годы речь. В принципе, кому она была нужна? А просто так сложилась жизнь, что я занялся рекламой и дизайн-студией, а потом агентство рекламное. И мы больше как позиционировались, больше как маркетинговое агентство, то есть мы более широкий спектр услуг оказывали. И в том числе мы делали ролики. Ну, ты критичен к себе. Очень, очень. Я вижу, ну, на самом деле, ну это ж правда. Я смотрю, где-то тут лучше у меня получилось, тут хуже. Но в целом плохо. Я лучший в мире режиссер по версии моей мамы. Если ты не умеешь рисовать, вот просто карандашиком, то ни о каком авангардизме, сюрреализме речи быть не может. Ты просто рисовать не умеешь. Чтобы нарисовать свой богатый внутренний мир, нужно тупо уметь рисовать. Субота, 1 липня, 11 година, 9 канал.